Здравствуйте. Праздник всенародный. Бывали времена, я стоял на трибуне, масса людей проходила, все были довольны, все улыбались, все были счастливы. Какая музыка была, приятно очень. А сейчас народ, спасибо, вот в последнее время хоть начали собираться чуть-чуть, более-менее. Я считаю, что народ должен наконец-то проснуться, прийти в себя и вот так вот приходить. И отдать должное тем людям, которые нам эту жизнь оставили. Кажется, что люди поняли, что это праздник для рабочих, крестьян и для трудящегося народа. Это праздник интеллигенции, праздник всех людей, которые трудятся в нашей стране. И хотелось бы, чтобы они получали достойную зарплату. Действительно, это день олицетворения мира. Стремление к добру, стремление ко всему лучшему. Я очень благодарен нашим ветеранам, всем тем людям, которые своими руками построили вот этот прекрасный город, жилые кварталы, больницы, школы, храмы. Тем людям, которые и сейчас продолжают помогать городу, передавать свой опыт, все самое лучшее. А сегодня сами пришли все учреждения здравоохранения. Это и городская больница, и городская поликлиника номер один, и городская больница номер два, и детская городская больница, и физкультурный диспансер, и реабилитационный центр, и скорая помощь. То есть у нас очень много учреждений, и все пришли, чтобы выразить вот этот восторг весенний, праздник увидеть, своим окунуться вот в этот колорит весеннего первомайского праздника. Вот медики тоже активно решили поучаствовать в этом. Отличное ощущение. Вспомнили молодость, когда мы ходили дружно, прежде всего демонстрировали свою солидарность, а потом демонстрировали свои наряды. Погода прекрасная. Комитет вот в полном составе. Видите, юноши растягивают наш стяг. Мы готовы демонстрировать солидарность. Ну, 1 мая традиционно был, наверное, и будет профсоюзным праздником, истинно профсоюзным праздником трудящихся. Мы в этот день традиционно уже в нашем городе выходим на шествия, на митинги. Несмотря на то, что это праздник, конечно же, это праздник, при котором мы стараемся также не просто поднять настроение, встретить весну, потому что праздник называется День весны труда, но также он называется как День международной солидарности трудящихся. Вот и наступил очередной 1 май. Замечательный праздник весны и труда. Весь коллектив гимназии номер 10 Литк поздравляет вас, дорогие горожане, с этим замечательным праздником. Праздником надежды, исполнения желаний и весеннего настроения. Ура вам, дорогие друзья! Праздничного настроения! Да, пресса снимает нас.